Не понимаю, Фернандо. Не понимаю. Как мы не догадались? Мы позволили себя обмануть, мы этого хотели, и они обошлись с нами как с детьми. Потому что мы слишком доверчивые. Нам говорят, что место свободно, и мы садимся не глядя. Да, мы должны что-то сделать, чтобы доказать им, чтобы они поняли, что они не пуп земли. Определенно. Этих девочек нужно проучить. Но как? Есть план? Не знаю. Знаю! Надо приготовиться, мы с тобой проверим, правда ли, что месть сладка. Вам, сеньорита, срочно. Посмотрим. Можешь идти, Лагрима. Начо и Фернандо приглашают нас на обед. Думаю, они поняли, что обошлись с нами плохо и хотят извиниться. Какая радость. Привет. Привет, как хорошо, что вы пришли. Как дела? Хорошо. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Хорошо, что вы пришли. Да. У нас был свободный день. И вы решили посвятить его нам. Вы решили навестить нас, мы думали... От той нелепой ситуации, в которую мы попали с вами, это было... Да, мы с братом повели себя очень плохо, ведь правда, Начо? Очень плохо. И мы хотим попросить у вас прощения. Да перестаньте, все ошибаются. Главное, вовремя извиниться. Да. Нас осенила идея. Какая? Начать все с нуля. Все забыть и начать сначала. Как будто ничего не произошло. По-моему, прекрасная идея. Я согласен. Проходите. Направим наши усилия в другое русло. Конечно, зачем осложнять жизнь? Мы прекрасно проведем время. Мы много думали и считаем, что главное — это взаимное уважение. Правильно. Уважать друг друга такими, какие мы есть. Это очень важно, особенно при виде воды. Что? Какой воды? Воды. Да, воды. Подождите секунду. Да, уважение. Привет! Дорогой. Все хорошо? Ужасные пробки, поэтому мы опоздали. Нет, вы как раз вовремя, проходите. Проходите. Привет. Привет. Как дела? Позвольте. Мы как раз говорили с девушками и сказали им, что поскольку сейчас мы знаем, кто есть кто, мы можем начать новые отношения. А совместный обед поможет вам стать подругами наших невест. Вообще-то мы пришли сказать, что не можем остаться, потому что у нас много важных дел. Нет, что может быть важнее обеда? Подумай. К тому же мы на диете. На диете? Да, простите, мы на диете. У нас диета. Это важно. Вы не представляете, что теряете. Какая жалость. Знаете, как хорошо готовит Матильда. Ясно, почему Эухения с Начо. Ты оказалась трусихой и не сказала Начо о своих чувствах. Ну, конечно, ты такая смелая, что сказала Фернандо о своих чувствах. Нет. Ты заблуждаешься, Росси. Я ничего к нему не чувствую. Ничего. Нет. Знаешь что, Марина? Ты столько насочиняла, столько наговорила, что теперь трудно сказать, кто есть кто и кто чего хочет. Значит, это я во всем виновата. Не совсем. Когда возникают проблемы, виновата всегда я. Ведь проще свалить вину на служанку, чем признать свою собственную ошибку. Ты не служанка. Нет, служанка. Я и раньше была служанкой. Потом ты сделал меня президентом, теперь секретаршей. Но хуже всего, во всем этом ты всегда манипулируешь мной. Мы поговорим, когда ты успокоишься. Я? Успокойся. Я образумишься. И не вздумай расплакаться, твои слезы выводят меня из себя. Хорошо. Ладно, Марина, ты права. Рада, что хоть в этом наши мнения совпадают.
Ты права. Абсолютно права. Я думаю, нам пора расстаться. Потому что, если честно, так больше нельзя. Объясни